Михайло Толотос является, возможно, единственным человеком в мире, который за свои 82 года жизни ни разу не видел женщину. В 1856 году, спустя всего 4 часа после своего рождения, его мать скончалась. Мальчика оставили на ступенях монастыря на горе Афон в Греции. Михайло ни разу не выходил за пределы монастыря. Дело в том, что на горе Афон действует закон, принятый в 1060 году, который запрещает женщинам посещать ее. Поскольку у него никогда не было контактов с внешним миром, и ни одной женщине не разрешалось посещать монастырь, он умер в возрасте 82 лет, так и не узнав, как выглядит женщина. Даже сегодня в монастырь пускают только туристов-мужчин, а монахам запрещено бриться, ругаться, спорить и спрашивать, что находится за стенами монастыря. Любите увлекательные истории? Заходите к нам!